Здравствуйте, дорогие друзья! С вами я, Алена, и вы находитесь на моем канале «Счастье есть». Сегодня я вам покажу свои покупки из магазина Fix Price. Не забывайте подписываться на канал, ставить мне лайки. Вам не сложно, мне приятно, и давайте приступать. И первое, что я вам покажу, это органайзер с ручкой на колесах. Вот такой вот он большой. Здесь 7 литров. Вот они, колесики. Все работает, все замечательно. Стоит такой органайзер 249 рублей. Произведено в России. Пластик подходит для пищевых продуктов. И размер этого органайзера 18 на 38 на 18,5 сантиметров. Спереди большая ручка. И сзади вот такая вот ручка. Очень удобно будет его вынимать. С любой полочки, из любого уголка можно использовать как для продуктов, например, специи хранить, у кого их много. Также можно здесь складировать бытовую химию, игрушки, да все, что вашей душе будет угодно. Очень классные контейнеры, органайзеры. 249 рублей, цена смешная, пластик очень плотный и хороший. Рекомендую, обратите на них внимание, у кого они еще остались в продаже, потому что разбирают их очень-очень быстро. Дальше, что я вам покажу. Также это все хозяйственный отдел. У меня порвался мешок для стирки белья, и тут как раз в Fix Price продаются вот такие наборы. Здесь два мешочка, две штучки, 30 на 40 сантиметров и 40 на 50 сантиметров. Изготовлены они из полиэстера. Вот они, эти мешочки. Я уже в них постирала. Вот один такой небольшой, второй побольше, отлично подойдет для стирки кроссовок, к примеру. Хотя и в этот мои кроссовки влезут замечательно, без проблем. Так, уже в них стирала, все хорошо. Живы, здоровы, отличные мешочки, обратите внимание. Также в Fix Price сейчас продаются мешочки, где в комплекте одна штука, и они с пластиковыми вставками для стирки белья женского. Их я не рекомендую. Эти пластиковые вставки рвут мешок и вылетают во время стирки, поэтому там точно нет. Здесь хорошие мешочки, смело можно брать. 55 рублей стоит такой наборчик, очень гуманная цена. Так, дальше я вам покажу вот такое средство чистящее, жидкое, от Mr. Des. Средство содержит гипохлорид натрия, убивает 99,9% вирусов, бактерий, микробов и грибков. 500 мл, обеззараживает, быстродействующее, не требует смывания. Я его взяла для какой цели? Для того, чтобы обрабатывать моей кошке туалет, ее лоточек, после того, как я его помою, можно будет побрызгать, и все у нас будет чистенько и аккуратненько. Так, покажу вам состав. 30% и более это вода, и менее 5% гипохлорид натрия. Производитель Санкт-Петербург. Вообще, как бы это средство можно использовать абсолютно для разных целей. Для дезинфекции, к примеру, дверных ручек, предметов обстановки, аппаратов, приборов, сантехники. Ну и всего-всего, что бы вы хотели продезинфицировать. Обратите внимание, вот такая бутылочка с таким чудодейственным средством продается сейчас в Fix Price. Так, стоимость сейчас я вам скажу. Здесь цена 59 рублей. Дальше за 55 рублей я взяла две штучки. Надо было брать за 50, когда они продавались в первый раз. Это вот такие вот щетки длинные, 51 сантиметр. Щетка очень жесткая. Почему купила? Увидела у одного блогера, что она такой щеткой вынимает волосы из ванны. После того, как помоется, очень удобно, я думаю. У меня частенько, у меня и у дочери волосы длинные, частенько забивается слив в ванной, и приходится просто разбирать сифон. Но вот чтобы не разбирать сифон, вот такая вот щеточка. Кстати, мне кажется, она отлично еще подойдет для тех, у кого в холодильниках есть вот этот вот слив сзади, на задней стенке, да, и он частенько забивается. У нас тоже такое было, недавно чистили. Чистили обычным способом, при помощи провода и шуруповерта. Вот, надеюсь, такая щеточка тоже подойдет. Просто, может быть, длины не хватит, но вообще она как бы длинная, может быть, даже и хватит. 51 сантиметр. Обратите внимание, думаю, для любых целей каждая хозяйка найдет, куда применить такой ёршик. Далее, за 99 рублей я приобрела тряпочки для уборки. Это новинка. Вот такие вот они классные, три штучки, 25 на 25 сантиметров. Разные цвета, видите, с одной стороны один цвет, с другой стороны другой.
очень плотные, качественно сделанные, мягенькие. Я думаю, подойдут как и для стекол, так и натирать сантехнику в ванной, столы на кухне протирать, все что угодно. В общем, они мне так понравились, что, конечно же, взяла и, наверное, когда отправлю в следующий раз в фикс-прайс, прикуплю еще парочку. Полиэстер, стирать их можно при 30 градусах. Очень классные. Обратите на них внимание. Далее я вам покажу клейкую ленту двустороннюю. Беру уже не в первый раз. Вот такая. Когда они только появились, я заказывала с Алиэкспресс такие ленты, но не в рулончики, а они были такими кусочками. То есть кружочки, ромбики разных размеров. Вот. И очень рада, что в фикс-прайсе они продаются. Каждую зиму беру обязательно для того, чтобы вешать гирлянды, новогодние украшения. Не надо ничего портить, никаких следов она не оставляет, все замечательно. Это такая силиконовая клейкая лента. Захотели, сняли верхний слой, то есть тут... Давайте я вам покажу. Кто еще не видел, кто не знает, в общем, обязательно обращайте внимание на такую ленту. Я думаю, она должна быть в каждом доме. То есть повесить какие-нибудь грамоты на стену, да все что угодно. И все у вас будет чистенько, аккуратненько. Так, здесь 3 сантиметра ширина и 1 метр длина. Уберу вот эту бумажку. Так, немножко прилипло, ничего страшного. В общем, смотрите, с этой стороны она липкая, вот, прилипает, да? И здесь тоже есть защитный слой. Если вам нужно, чтобы с двух сторон что-то прилепить, можете снять вот так вот. Все замечательно. Очень классная вещь. Ну, вот под Новый год она особенно нужна. 79 рублей. Очень классная лента. Дальше я вам покажу новые масочки от Фитокосметик. 59 рублей. Смешная цена. Гидрогелевые маски. Вот так вот они выглядят. Натуральный этот вариант лифтинг эффект на гидролатах розы и жасмина. Моделирует овал лица. Действие маски 10 минут. Так, масло черной смородины, экстракт базилика, мелиссы, гиалуроновая кислота. Без ГМО, ПЭК, парабенов и силиконов. Натуральные гидрогелевые маски созданы по уникальной технологии и не имеют аналогов на российском рынке. Но здесь не скажу, может быть, имеется в виду, конечно, состав этой маски, но то, что гидрогелевой маской я уже пользовалась, это да. Приобретала ее в Avon, и, по-моему, это была линейка InUA, и там они далеко не дешевые были. Здесь всего лишь 59 рублей, надеюсь, качество меня устроит и мне понравится. Вообще, как бы Фитокосметик, это уже зарекомендовавший себя бренд. Мне все у них нравится, редко когда бывает что-то такое, что не очень. 38 грамм, в общем, 5 вариантов таких масочек. Первая лифтинг эффект, вторая увлажняющая, я взяла все 5 на пробу. Гидролат алоэ вера и огурца. Третья масочка тонизирующая, гидролат ромашки и лаванды. Четвертая масочка натуральная омолаживающая, гидролат винограда и граната. Разглаживает морщины. Вот эта маска повышает упругость и эластичность. А вот эта масочка глубоко увлажняет и освежает. Так, ну и пятая маска. Это питательная. Гидролат персика и оливы глубоко питает и восстанавливает. Будем тестировать. Надеюсь, очень понравится. И, конечно же, за такую цену, если маски хорошие, буду брать и про запас, чтобы хватало надолго. Дальше тоже Фитокосметик меня порадовал. Давно хотела себе приобрести сыворотку, все никак не могла подобрать. Либо дорого, либо не нравится там что-то по составам. В общем, увидела сыворотки от Фитокосметик. Их 3 варианта в продаже. Я себе взяла 2. Вот так вот они выглядят. 99 рублей. Первая сыворотка это с витамином С. Видимый эффект омоложения и сияния для лица и кожи вокруг глаз. Вот такой вот состав, достаточно коротенький, ничего особо страшного я тут не увидела. И вторая масочка это лифтинг сыворотка для лица и кожи вокруг глаз, заполнение морщин, видимый эффект с гиалуроном. Ну и тут давайте вам тоже покажу состав.
30 миллилитров баночка, баночка с пипеткой. Вот такая вот сыворотка. Достаточно густая, но хотя она у меня просто, наверное, с холода. Я до съемок все свои покупки оставляю в прихожей, там у нас прохладно. Поэтому, может быть, она будет пожиже, когда станет комнатной температуры. Приятный аромат, легкий. Впиталась быстро, хорошо. Мне нравится. Будем тестировать. Так что обратите внимание, за 99 рублей вот такие хорошие сыворотки появились в продаже в фикс-прайсе. Так, снова вернулась в продажу зубная паста. Стоимость ее 79 рублей, концентрированная. Я взяла два варианта на пробу. Это клубника и банан. Хороший состав, ничего лишнего. Покажу вам поближе. Тальк, кальций, сода, белая глина, эфирное масло гвоздики, камфора, ментол и пищевой ароматизатор мята. Так, производитель, опять же повторюсь, Москва, ООО «Талия». Давайте мы с вами посмотрим, что же там внутри. По срокам годности все хорошо. Изготовлена она 23 марта этого года. Внутри вот такая баночка. Вы ее открываете. Тут все зафольгировано, все хорошо. И вот такая вот зубная паста в виде порошка. То есть щеточкой туда немножечко помакали. То есть это не очень будет гигиенично. Лучше брать каждому отдельную баночку. Благо разные вкусы. Кто-то возьмет клубнику, кто-то банан. Были еще два варианта. Обычная мята и какой-то такой в черной упаковке. Но я бы не сказала, что тут клубникой пахнет. Мятой, да, сильно. Клубникой вообще не пахнет практически. То есть, ну, будем пробовать. В прошлый раз я брала, и, в принципе, она меня порадовала. Хорошая паста. Но так как она отбеливающая, то есть пользоваться ей на постоянной основе нежелательно. Да? Лучше ее все-таки комбинировать с обычной какой-нибудь зубной пастой. И взяла еще вот такую пасту. Очень мне понравилась. Две штучки взяла про запас, пускай лежат. Абсолют антибактериальная. Действительно чувствую, что тут указано где-то было, читала я на упаковке, что 18 часов действия. И, ну, не знаю, как 18 часов, но то, что долго чувствуешь свежесть на зубках, это да. Очень классная паста. В составе нету фтора, 110 грамм, 99 рублей. Обратите внимание, пока не продаются. В другом фиксе еще видела в черной упаковке, но не было времени подойти, узнать, в чем разница. Вот, так что обратите внимание, если у вас есть в фикс-прайсе такая паста, возьмите, я думаю, вы тоже не пожалеете. Да, она немножечко, конечно, такая печет, жжет, но не очень сильно, то есть, в принципе, терпимо. Так, что еще вам покажу? Покажу, как ни странно, супы, да, появились в фиксе вот такие вот супчики, крем-суп от Ролтон. Горячий обед с лесными грибами и сухариками. Я не беру такие вещи на постоянной основе. Мы и варим обычные супы, все хорошо. Но как-то я вам рассказывала в одном из обзоров покупок, что такие вещи мы приобретаем с мужем, когда вот болеем. И хочется чего-нибудь такого вот простого, когда болеешь. То есть какие-то заварные супчики, заварную пюрешку. Вот для этих целей и беру. Вот. И стоил этот суп 19 рублей 70 копеек. Дальше я взяла два удобрения. Ну, это не удобрение, а средство от сорняков. Будем пробовать. Первый это вот такой вот вариант. Ларнет. Стоп сорняк от сорняков на газонах и посадках земляники. Взяла вот как раз для своей клубники. Буду пробовать. Что-то как-то мне вот эта ткань, все это мульчирование, не очень понравилась эта история, потому что земля сбивается комом, ее не прополоть. В общем, буду пробовать вот такое вот средство. Ну, как пользоваться, здесь все написано. Никаких проблем здесь не возникнет. Так, 19,60 средство стоило.
от сорняков. И еще одно средство. Нет, вот это именно Ларнет стоило 26,30. А 19,60 стоило вот такое средство. Чистогряд. Уничтожает даже злостные сорняки. Осот, пырей, свинорой, вьюнок, одуванчик. Я брала от одуванчика и крапивы. У меня больше всего с ними проблема. И еще, конечно, у меня очень много растет сныти. Не знаю, как будет ли это средство с ней работать или нет. 10 мл. Просто сныть — это кошмар какой-то. Она везде. Вот будем пробовать еще и вот такое средство. Так, еще я вам покажу носочки. Снова я дочери своей взяла носков. Носочки были все по 79 рублей. Да. Угу. Получается, три пары от Зувей. Она у меня очень любит клубнику. Поэтому у нас клубника везде, даже на носках. Ждем сезон. Размер 36-40. То есть растянется. У меня у дочери 38-39. Низкая посадка. Высокая такая резиночка здесь широкая. Ну, такие обычные носочки. Стирать при 30 градусах. 67% хлопок. 33% полиамид. Второй вариант. Такие же носочки, только полосатые. И третьи белые с клубничкой. Дальше еще одну пару взяла. Здесь уже, по-моему, наш российский производитель. Да, размер 23-25. Это в сантиметрах стопа. И мне показали, что они даже растянутся и больше. Тоже низкая посадка. Состав 60% хлопок, 21% полиамид, 19% вискоза. Стирка при 40 градусах. И это Россия. Вот такие вот с розовым фламинго. Так, еще вам забыла зубную пасту показать. Как увидела, что появился этот зубной порошок, с удовольствием взяла все три вида. Раньше их было два. Это тоже фитокосметик, народные рецепты. На камчатской черной глине. Очень классно чистит зубки. Немного был отбеливающий эффект, но если пользоваться на постоянной основе. Так, на алтайской белой глине. Здесь профессиональное отбеливание за 3 минуты. Осветляет зубную эмаль после первого применения. Предотвращает образование налета и зубного камня. Тоже очень хорошо. Мне именно этот эффект и нужен был. Второй вариант, здесь 5 в одном, удаляет пятна от окрашивающих напитков. Тоже очень хорошо, потому что у нас семья очень любит компот из черноплодки. А он красит, да. И зубки красит. И вот будем пользоваться такой пастой вечером. Утром обычной пастой, а вечером как раз после всех компотов такой пастой почистить зубки замечательно будет. И третий вариант. На байкальской голубой глине удаляет до 96% зубного налета за 5 дней. 3D отбеливание. Вот такая вот история. Тоже обязательно обращайте внимание, читайте, какой результат вам нужен на упаковочке в магазине. Изучайте все и берите именно ту пасту, которая нужна вам. Так, еще я вам покажу. За 149 рублей для сына взяла в качестве развивашки вот такой большой альбом с наклейками Activity, большая книга лабиринтов. Даже, видите, не помещается в кадр. И тут много-много всевозможных лабиринтов. Будем с ним развиваться, играться. 149 рублей стоит такой альбомчик. И за 79 рублей взяла ему набор. Суперкомплект, два в одном, вот в таком пакетике. Там много-много всяких разных вариантов. Я выбрала ему вот такой вот вариант с тачками, головоломки, кроссворды, лабиринты. Ну и, соответственно, раскраски тоже. Видите, обычные кроссворды. Второй предмет в этом наборе — это книга. Всего лишь, представьте, за 79 рублей. Я считаю, что книгу тут просто подарили вот к этому альбомчику небольшому, журнальчику подарили. Книгу от Disney. «Чтение с увлечением. Загадки и развлечения. Коллекция приключений». По-моему, просто бомбезно. Тут и Бэмби, и Винни-Пух диснеевский, и 101 далматинец. Очень толстая книжечка. Качество хорошее. Книжка 0+. Так, сейчас скажу вам, сколько тут всего. 127 страниц.
То есть я считаю, что это просто в подарок. И за 99 рублей выбрала себе две книжки, имейте в виду, книги 18+. Сейчас очень много появилось всяких разных, хотите 18+, хотите обычных, хотите всякая там психология, все, что вашей душе угодно. Мне угодно вот такого легкого чтива, в мягком переплете. Первый вариант — это Колин Гувер, «Все закончится на нас». Блестящий роман, жесткий, честный, откровенный. Буду читать. И второй вариант — это Дженнифер МакМахон. Надеюсь, правильно прочитала автора. «Разоблачение. Истинное искусство — это не созидание и расчленение вещей, способ добраться до самой сути». Ну, вот так вот. Мне в жизни как бы серьезных вещей вполне хватает, и хочется чего-нибудь такого вот попроще почитать. Так, ну вот сейчас я все это уберу, и оставайтесь со мной, сейчас я вам покажу еще кое-что. Пока покажу я вам то, что я приобрела для того, чтобы отнести это все в пункт приема гуманитарной помощи. Мы все можем как угодно относиться к этой военной операции. Кто-то поддерживать, кто-то нет. Свою позицию я уже говорила на своем канале. Но что меня задело прям вот так вот за живой в этот раз, почему я пошла и купила все, что я вам сейчас покажу, это видео в одном из новостных выпусков, где мальчик кинулся на шею солдату только за то, что он ему протянул, ну, дал шоколадку. Вот просто обычный какой-то шоколадный батончик. Меня это очень задело за живое. Я пошла в магазин и вот прикупила немного товаров, немного вкусняшек, которые я отнесу в пункт приема гуманитарной помощи. Знаю, что им очень нужны одноразовая посуда, поэтому приобрела несколько вот таких упаковочек с тарелками. Стоили эти тарелки 59 рублей. Стаканчики стоили 24,70. И вилочки я взяла. Вилки стоили 24,70. Тоже несколько упаковочек взяла. Отнесу. Дальше набрала я конфеток, чтобы хватило многим деткам. Я взяла прям вот упаковок, по-моему, по 10. Вот такие вот сосалки, карамельки с начинкой. Со вкусом груши, ананаса, клубники, тутти-фрутти. И эти конфетки стоили 39,50 каждая упаковочка. Взяла я вот прям много. Так, еще взяла также много вот таких конфет. Здесь было 3 варианта упаковок. Зеленая, синяя и где-то должна была быть желтая. Просто тут очень-очень много в пакете. Сейчас сижу тут шуршу, вам, наверное, это не очень приятно, поэтому извиняюсь. Ну, не буду уже желтую искать. В общем, вот такие вот конфетки шоколадные, мода. И эти конфеты стоили 29,50 каждая упаковочка. С меня не убудет, а порадовать детей и жителей как раз тех мест, где проходит военная операция, почему бы нет. Так, еще взяла пастилу ванильную. Донские сладости. Вкусная пастила, я сама ее пробовала, поэтому точно могу рекомендовать. И вот взяла ее тоже. Отвезу в пункт приема гуманитарной помощи. Тоже взяла несколько упаковок. Пастила стоила 27,50. Взяла еще несколько упаковок вот такой лапши роллтон с курицей, соусом, пикантная заправка. Пыталась найти что-то такое, чтобы не с ядреным вкусом, но, к сожалению, у нас все либо говядина, либо курица. Насколько знаю я, ну, из своего опыта, это самые острые варианты. Вот такой супчик стоил 19,70. И последнее, что я взяла в фикс-прайсе, тоже у меня прям тут огромный-огромный пакет стоит вот со всем этим добром, это чай. Чай Бернли, 25 пакетиков. Стоил такой чай, так, чай 39,50, тоже несколько упаковок. То есть неважно, как мы все относимся к этой военной операции, я считаю, но помогать людям надо. Люди остались без жилья, без еды, без воды даже. Поэтому почему бы нет? Почему бы нет? Просто можно примерить на себя, что бы мы делали, как бы мы себя чувствовали в этой ситуации, да, и пойти и помочь. Ну вот так вот. Я считаю это правильным. Спасибо всем, кто был со мной до конца. Я надеюсь, это видео для вас было полезным и интересным. Не забывайте ставить мне лайки, подписывайтесь на мой канал. Также проходите вниз, в инфобоксе есть ссылочки на все мои соцсети. Обязательно подписывайтесь и там. Я вас всех жду в гости. Берегите себя и своих близких. Всем пока-пока.